мы отправляемся на встречу с грабителем. Последнюю встречу. Он обещал то, что отдаст нам 50% всей суммы, которую украдет у Геннадия Петровича. У всего хорошего и плохого есть свой конец. И рано или поздно он приходит. И наш конец придет именно сегодня. Посмотри, как рванул! Тихо, подходи сюда, подходи быстро. Тихо, припаркуюсь, подожди. Назад чуть-чуть сдай, не мешай вот проезжим машинам. Назад сдай. Нормально стоит. Да. Вот на тротуар заедь, машины будут проезжать, перетопчу твой вот этот драндулет трехколесный. Пошли. Здесь нет машин. По крайней мере, я не видела. Есть иногда уже по слитке машины. Тёть, они частенько здесь проезжают. Там раз в сутки 100% одна машина да проедет. Подожди, мы договаривались вот здесь, да? В детском мире. Ну, детский мир? Да, все верно, детский мир. Подожди, он же единственный уже по сливке, да? Здесь все в единственном экземпляре. Подожди, сажа по сливке, ладно, давай, проходи. Давай, быстро. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, вам что-то подсказать? Да, походим, посмотрим. Если нам что-то понравится, то мы вас позовем обязательно. Вот, все, давайте. Угу. Слушай, тогда подожди. Тогда мы с грабителем договорились вот здесь встретиться. Ты уверена? В детском мире? Вот за этим столиком, чтобы вообще беспалевно было. Кто не понимает, что сейчас происходит, ну, в первую очередь тебе надо посмотреть предыдущую серию, потому что грабитель отправился за Геннадием Петровичем. И мы все же очень сильно надеемся, искренне надеемся, то, что он вернется и вернет нам 50% того, что находилось в кейсе Геннадия Петровича. А это целых, между прочим, 500 тысяч рублей. Полмиллиончика рублей! Русских, российских рубликов! Надеюсь, что он все же вернется. Садись на стол. Я не могу сесть. Жопу берешь, опускаешь и садишься. Кать, тебе 21 год, тебя мама не научила садиться на стул? Все, села. Ты стоишь на стуле! А так? А так на столе. Ой, да я не могу сесть! Как ты хочешь провернуть дело на 500 000, если ты даже не умеешь на стул садиться? Ладно, я постою вот здесь, возле кубиков. Вы что-то определенное ищете? Может, я вам подскажу? Катя села наконец-то. Да нет, мы тут просто посидим, у нас здесь совещание. Вы, конечно, извините, то, что мы ваш магазин используем в целях вот этого нашего собеседования небольшого. Но мы тут обсуждаем детские дела. Вот детские игрушки обсуждаем. Вот детские какашки обсуждаем. Какого цвета бывают, какой консистенции, там запах, не запах. Ну вот знаю. Ну сами понимаете, что мне вам объяснять, как будто первый раз. Ну да. Молодые люди, вы либо что-то покупаете, или проваливаете. Да. Ой, приставучий. Слушай, тебе что, жалко что ли? У тебя посетителей даже в магазине нет, а мы пришли просто здесь посидеть с моей молодой и взрослой девушкой. Что тебе не нравится? Чё? А сколько Пикачу стоит? Пикачу сколько стоит? И Ютка сколько стоит? Не-не-не, Пикачу, сколько стоит Пикачу? Стучали. Да подожди, Пикачу, скажи, сколько стоит Пикачу. Молодые люди не опаздывают ни разу вообще. Здравствуйте, вам что-то показать? Заткнись и ничего не показывай. Да, ты грабителю лучше вообще ничего не показывай в этой жизни. Эй! Мы тут здесь. Перед тобой вообще, давай. Ты принес? Черт балаклаве. Принес. А вы принесли? А мы-то что должны принести? Ты дурак? Ты должен нам был принести 50%. Мы-то что тебе должны были принести? А тьфу, точно. Ну давай, зубы нам не заговаривай. Только тихо, давай, быстро выкидывай. И все, и по рукам, и там еще по темки в щечки, там все потемались, по руки пожались, свалили каждый туда, куда надо. Давай. Подарок?
какой нафиг? Ты дурак? А кейс где с бабками? Конспирация! Там хороший подарок. Сюрприз от Деда Мороза. Там Пикачу! Подожди, какой Пикачу, ты дуримонда? Он бабки засунул в подарок, чтобы ни полиции не передавать нам кейс, понимаешь? Поняла, вот это... Екатерина, он специально подарок принес, чтобы не палиться перед продавцом, то, что он 500 000 сейчас нам в руки передает. Подарок! Ты только что 500 000 открыла на глазах у продавца! Мне кажется, продавца нужно... кокнуть! Баблюк! Избавиться от него, так сказать! Баба, что-то у нас в этой жизни вообще пошло не по плану, это не по сценарию. Так, зайдите в комнату, молодой человек. Зайдите, пожалуйста. Подождите, зайдите. Вы ничего? Вы ничего не видели. Отойдите, отойдите. Все. Вы меня, конечно, извините. Он больше с этой комнаты никогда в жизни не выйдет. Это вообще все не по плану прошло. Ты зачем сломала подарок? Я хочу Пикачу, все. Я забираю Пикачу и валим отсюда. Подожди. Ну, удачи там вам в жизни, куда бы она вас ни занесла. Мне очень приятно было познакомиться, что с тобой, старпёрша на пенсии. Что с тобой, чёрт в балаклаве. Не зря нас жизнь свела. Очень жалко то, что мы с вами видимся в последний раз. Удачи. Со мной тебе было приятно познакомиться? Я с тобой встречаюсь уже больше года, да. Отлично. И тебе тоже удачи. Может, когда-то в этой жизни мы с вами еще повидаемся. А может, нет. Проваливайте, что на меня смотрите? До свидания, да, давайте до свидания. Разрыдаемся сейчас еще, мы же сами... Она меня ударила, эту бабку в сторону. Карга, я же говорю, карга. Держи бабки. Я боюсь такую сумму держать у себя. Ёханый бабай, у меня в инвентаре всего лишь 500 000. У меня Пикачу. Ты Пикачу украла? Почему украла-то? Я еще до сих пор в магазине нахожусь, вроде как могу сюда поставить. Ладно, я баскетбольный мяч тогда с собой возьму. И возьму карты на всякий случай. Нам же с тобой нужно будет во что-то играть, когда мы с тобой в самолете. В самолете? Да, точно. Все, продавец! Подожди. Как он сломал вот эту фигню? Так, все, чтобы не вышел. Пошли. Ой. До свидания! Если откроете рот лишний раз, мы вернемся с Таиланда. Или... Да зачем я спалился то, что мы в Таиланд летим? Ну все, теперь продавец же по сливке знает, что мы летим в Таиланд. Вот беда. Всем расскажет, всем соседям расскажет. Все, пока. Пошли. До свидания. Давай, быстро. Садимся в тачки и сваливаем. Давай. Встречаемся возле сгоревших игровых яиц и лаванды. Погнали. Приехала. Эх, лаванда, игровые яйца. А мы можем с собой баннеры забрать? Нет, пускай остаются здесь. Давай мы с тобой не будем ворошить прошлое. Что в прошлом, то пускай там и остается. Это прошлое еще даже не успело начаться. Если кто-то думает то, что мы шутим, ни капельки. Мы на самом деле уезжаем же по сливке. У нас есть бабки, у нас есть билеты. У нас есть на всякий случай старый телефон, лампочка и большой огромный телевизор, баскетбольный мяч и карты. Это все. А у меня что... Пикачу есть. А у нее Пикачу есть. Это все, что нам нужно для выживания в Таиланде. Это конец. Это же жалко как-то прощаться. Ну просто давайте мы на секунду вспомним, сколько, хоть как бы мы в говне были все это время. И в принципе этот сезон начался в говне, ну если прям искренне с тобой разговаривать. Все произошло из-за того, что мы стали с тобой бомжами. Но вспомним, сколько же ярких моментов у нас было в этом сезоне. Как мы эту квартиру сняли. Вот точно, мы же сначала сняли квартиру в алкаша вот этого, а потом оказалось то, что это квартира не алкаша, а тренера. Да.
А ты помнишь, как мы с тобой работали в Макдаке? Помнишь? Макдональдс, точно, как нас менеджер просто... Чмырил уволил, каждую серию, да. Угрожал то, что если вы не явитесь на работу, я вас уволю. И мы не являлись. Но это были первые деньги наши. Да, первые заработки. А Вовочка? А, кстати, подожди, так еще Вовочка. Так может мы сначала с Вовочкой попрощаемся? Так, может, поехали? Да! Погнали до Вовочки, попрощаемся пошли, хоть с этим пошли, пошли, мелким. Пошли. Подожди, тут бомжара. Здравствуйте. Здорово, молодежь! Да здорово, что надо, быстрее мы вон к Вовочке торопимся. Помогите бедному старому старику, сигареткой что ли поможете? Да на, косарь! Держи, ни в чем себе не отказывай. Все, удачи. Ты чё, у тебя бабок лишнее количество? Ты чё такая щедрая сегодня? Саната Лючия, Дева Мария! Какая сатана Лючия? Да благословит вас Бог Майнкрафта. Тебя тоже да, Бог. Да все хорошо, не жалуйся, все. Дай Бог тебе вот сигарет побольше. Пацаны бухают. Ну ты им прям сегодня праздник какой-то сделал. Честное слово, ты зачем штукарь ему отдала? Ну а что у нас с тобой 500 000? Это 1000 у нас осталось еще с ноготочков. Давай с ноготочков, поехали к Вовочке. Это же наш сын приемный, сводный. Хоть на самом деле нет, но он считает то, что мы его родители. Ладно. Так, припаркуемся здесь. Ну ты там долго, сколько тебя ждать можно? Если ты мне в Таиланде не купишь новую бричку... Я обижусь. У нас полмиллиона. Что-нибудь побыстрее можно, чем вот это вот. Полмиллиона. Так, давай. Я еще постучать даже не успел. Вы уже двери открываете. Вы нас как будто ждали здесь. Здравствуйте, вам кого? Да. Как кого? Кого? Сына нашего вот этого Вовочку. Мы просто уезжаем, попрощаться с ним хотели. Ой. Вот. А вы куда-то уезжаете? Да, вот это, да. В другой город, в другую страну. В принципе, навсегда. На заработки. Да, на корпоративный... Ой, не на корпоративный... Ну, вы меня поняли, на как это называется. Ну, как это называется, когда вот люди работающие уезжают в другие города? Командировка. Не корпоратив, а командировка. Как ты перепутала командировку с корпоративом? Эх, ну ладно, мы вам всегда рады. Ну, если что, если мы когда-нибудь в этой жизни вернемся в Жапосливку, обязательно к вам еще придем. Не говори такие вещи, сплю. А, хорошо, не вернемся. Мы не вернемся в Жапосливку. Вовочку позовите, пожалуйста. Вовочка! Мама и папа пришли! Вовочка! Здорово, Шкет! А мы тебе тут подарок принесли, я же для Вовочки это взял. Держи баскетбольный мяч. Это тебе, Вовочка. Ты счастлив? Счастлив. Выбросил его. Держи это тебе, Вовочка. Ладно, Вовочка, вот всяких вот сюси-муси мы не будем, мы уезжаем навсегда. Да, поэтому, Вовочка, мы с тобой, скорее всего, увидимся в последний раз. Всего хорошего вам здесь. Ну, в смысле, нет! Ну, Вовочка, да, Катя рыдает. Я с вами... О, нет. Куда ты с нами хочешь? У нас всего лишь 2 билета. Жапосливка Таиланд, у нас нет 3-го билета. Да какой Таиланд? В смысле, Жапосливка Мальдивы, вот это, да. Мама и папа, не бросайте меня. Да мы не твои мама и папа. Вовочка, ты приемный. Нет. Вовочка, тебе должен был кто-то сказать рано или поздно. Нет, ты не наш. Вовочка, чего ты взял то, что ты наш сын? Мы с тобой видимся 3-й раз в жизни. Ладно, все, Вовочка, давай. Но нам нужно уезжать. Если мы не уедем, тогда... Некие проблемы нас найдут, и тогда нам станет только хуже. Все, Вовочка, давай. Воспитательница, вам тоже удачи, всем тоже остальным удачи. Все, Вовочка, давай. Пока, Вовочка. Вовочка, ты приемный. Все, пока, Вовочка. Пока, пошли, Катя. Как бы сложно не было
меня проблемки небольшие. Ну, кто здесь организовал лужу? Ну слезь ты, сейчас заржавеет, сейчас затечет туда вода, и как ты ездить-то будешь, Кать? Ну думай ты башкой я хотя бы. Я не заржавею. Не ты, а вот эта колымага твоя трехколесная. Все, короче. Вот эту фигню мы с собой точно не потащим. У нас самолет... Через сколько у нас самолет, кстати? Ёханый. Я не знаю. У нас самолет через 40 минут. Так давай, я не знаю. Бери колымагу, бери. Да не ломай ты ее, не ломай. На голову возьми. Да, на голову возьми. Да, один раз возьми и тащи. Все, пошли. Пошли. Если мы когда-то в этой жизни все же, я не знаю, что может произойти, если мы когда-то вернемся в жопосливку. Ставь. То на всякий случай мы закопаем наш транспорт здесь. Только, пожалуйста, никому не говори то, что здесь, возле лаванды, возле игровых яиц, будет закопан мотоцикл и трехколесный драндулет. Туда? Слушай, а если мы вдруг сюда вернемся и здесь совсем все будет по-другому, как мы найдем это место? Ты думаешь, же посливка когда-то изменится, и ты думаешь, когда мы сюда приедем, здесь какие-то небоскребы будут? Я очень сильно сомневаюсь. А вдруг мэр сменится? Вдруг, я не знаю, произойдет чудо. Кать, если мы когда-то сюда приедем, значит, тогда уже будем действовать по обстоятельствам. Пока что мы, наоборот, хотим отсюда уехать. Так. И вот так. Вот. Если что, квадрат из лаванды. И Пикачу. Ты думаешь, если ты оставишь здесь Пикачу, то никто не догадается, что там что-то закопано? Забери его. Что ж. Квадрат из лаванды. Под ним находится два драндулета. 35 минут до вылета. Ну, так нам нужно уже скорее прям бежать. Где аэропорт, кстати? Давай. Аэропорт где-то вот там сзади был за Макдональдсами, за полицейским участком. Аэропорт в жопосливке, вы только прикиньте. Хорошо, что он вообще есть здесь. Честно? Честно. Мне как-то даже не верится. Мне не верится, но в первую очередь мне не верится то, что в жопосливке есть аэропорт. И он работающий. Хоть выглядит на самом деле он как заброшенный. Ну да, и с ошибкой написано. С ошибкой? Аэропорт. Это на английском. На английском airport. А здесь аэропорт. А, тут на английском. Я думала, это русский с ошибками. Аэропорт. Кать, это же посливка. Давай на этом начнем и на этом закончим. То, что хорошо, что хотя бы здесь есть аэропорт, и он хотя бы рабочий. Отсюда можно улететь. Ладно. Так у нас посадка уже скоро. У нас посадка. Вот прям уже посадка, и мы уже вылетаем. Кать... Последние слова твои. Что бы ты хотела сейчас сказать? Манго, ананас, большая шляпа, купальник и море. Это все, что я сейчас хочу, а эту жопосливку не хочу. Жопосливку мы не хотим, поэтому мы улетаем отсюда. Искренне говорим каждому огромное спасибо за то, что присутствовали здесь в этой рубрике на протяжении 28 серий, но... Всему есть предел и у всего есть конец. Мы собрали нужное количество бабок, хоть как бы нечестным путем и, ну, как бы и не сами заработали. Ну какая нафиг разница? Бабки есть, билеты есть, талант существует, значит мы туда улетаем. А что будет дальше? Ну, узнаем когда-нибудь в следующей жизни. Ты готова, Кать? На самом деле я буду очень скучать, наверное, по этим сезонам, по этим сериям. Хотя не шучу, не буду я скучать по жопосливке, но вам огромное спасибо, что смотрели этот сезон, были с нами, поддерживали нас, переживали, а особенно чморили тренера, потому что он какашка и защищали нас. И лох. Мы читали все комментарии, видели, как вы нас поддерживали. И за это вам огромное спасибо. И вот вам выключатель на память от нас. Забирайте выключатель. Спасибо, что ставили лайки. Спасибо, что под каждой серией просили продолжения, но сезон. Семейки, выживание, жопосливки подошел к концу. Мы улетаем к чертовой бабушке с этой три проклятой жопосливки, а вам удачи здесь дальше находиться. Ты готова, Кать? Да, все, выключайте. Вон выключатель я вам кинула, выключайте. Выключайте, а мы пошли.